Итак, друзья, всем салют, салют. Утро, 7 утра, и я решил поехать за айфоном 11 на 128 гигабайтов за 15 тысяч рублей. В общем, почему такая цена? Там, короче, менялся АКБ. Менялась задняя крышка, и фейс не работает. Вот, и из-за этого 15 тысяч рублей. Полностью с коробкой, полный комплект, чеки, меки, первый хозяин. В общем, я иду покупать айфон за 15 тысяч рублей на 128 гигабайт. Продам я где-то за 26-27. Вот. У нас такая хорошая, прям в кавычках, погода. Очень сколько, честно говоря. Ну, что не делать ради перекупства? В общем, друзья, все, я приехал на сделку. Осталось еще идти 4 минуты. Сейчас дойду и, собственно, покажу сейчас телефон. Надеюсь, будет все как на фотографии. На экране, кстати, наклеена гидрогелевая пленка. Типа это еще плюс цене, но я попробую за 400 продавать. Или вообще за 400. Итак, друзья, вот, короче, я забрал вот такой iPhone 11 на 128 гигабайт за 400 тысяч рублей. Почему так дешево? Во-первых, тут экран не оригинал, то есть копия. Вот. Тритона нету. Во-вторых, тут не работает Face ID. Тут измененный корпус. Итак, друзья, всем привет. Вы на моем канале. Это iPhone 11. Сегодня будет про этот ролик. В общем, на экране я наклеил такую гидрогелевую пленку. Получилось совсем неровно, некрасиво. Давайте я эту гидрогелевую пленку, скорее всего, уберу. Вот. Короче, экран оригинал. То есть он не измененный. Все родное. Посмотрите на экран. То есть ни одной царапинки. Он не мененный, все родное. Так же, как и сам телефон. Он не пересобранный, все нормально с ним. В общем, четкий. Это пленка на iPhone 11, короче, я так с ней поступаю. Оп. Пленка, которая стояла на вот этом телефоне, теперь превратилась ни во что.